Каждый регион, который находится на Волге, имел сложившуюся транспортную инфраструктуру именно по реке. Пассажирские перевозки были. Если говорить о Саратове, у нас много крупных городов на Волге. Балаково, Маркс, Вольск, Хвалынск. Нам надо как можно быстрее запускать внутрирегиональные перевозки. Они и дешевые, и комфортные. Но запустить их невозможно без поддержки федерального центра. Потому что не потянет бюджет области, он дотационный. Стоимость одного метеора составляет порядка 500 миллионов рублей. Классом поменьше Валдай стоимость 170 миллионов рублей. Важно, чтобы Министерство экономического развития в данном вопросе заняло позицию. Совместно с регионами мы можем эти вопросы с вами решить.